Ну вот мы поиграли в игру Diner Duo. Уровень 16. Нервы на пределе, сука. Я играл в VR. Это весело. Ну вообще, это самое прикольное, что я пробовал в VR. Не знаю, мне даже зомбаков стрелять не так весело было, как готовить бургеры. Так вот, блять, нет! Ну, 1/9 нормально, а второй огурец выпал. Очень быстро, через пару минут, сразу ощущаешь, когда осваиваешься с управлением, сразу понимаешь, что да, что вот, как будто ты делал это всю жизнь. Так, 10-й готов. А нет, ёб твою мать, я забыл огурец. А ты можешь его обратно принести? Сложность начинается, когда много всяких предметов вокруг. И у меня, например, самое главное, тяжелее всего было запомнить, какой бургер какой. И то, что эта дурацкая табличка находится за спиной, и надо постоянно оборачиваться, ну или спрашивать вот тебя, да, как, какой там кетчуп положить, или горчицу, или майонез там с, это самое, следующим слоем. Но это было очень сложно, я не запоминаю. Начинается адская паника, когда много всего, и надо запомнить там. Вот, и жарится мясо, его надо успеть снять, там, иначе оно там протухнет, там долго лежит, оно протухнет, так, грибы тоже. Вот, плохо себя ведут. Так, единственное, что можно было удобно сделать, это настрогать этих, как его, огурцов. Огурчика. Ну, на будущее, которые не портятся, и которые, ну, там можно заранее прям поднастрогать, и все. Ага, срок, и на него покакать. 8-й. Уже прям чувствуешь, как будто и не было технического образования, как будто ты, в принципе, лучший филолог, отучился на красный диплом, и вот уже пошел, и вот уже в Макдональдсе, и уже мастерски работаешь по специальности. Прикольно, что можно кричать друг на друга, ну, давать инфу. Вот, рассказывать, что как где, какие бургеры ты сделал, какие нужно сделать. 6. Что там, 9? 40. Один сидит за компьютером, ты там стоишь, мутишь бургеры, и происходит общение, и весело сразу. Вот, но веселее всего, конечно, это в колокольчик звонить. Дзынь-дзынь-дзынь, когда сделал бургер, вообще отлично. Я играл на компе, то есть не в VR. Если брать эту игру отдельно, как игру для компьютера, то, конечно, она довольно скучная. Ты ходишь от повара к клиентам и относишь бургеры. Иногда там относишь колу или там пирог там был еще. Но самый смак начинается, когда ты начинаешь кричать на человека, который играет в VR, что вот у нас много заказов, нам надо быстрее, делай 8-й, там это. Вот, вот это социальная часть игры, вот это сделано круто. И я хочу, чтобы больше было таких игр. Это я понял, к нам веганы набежали. Это плохой знак. Они мясо не жрут. 11-й готовы. Ну, как бы там есть тоже свои нюансы. Например, если два человека сели за одним столом, то лучше всего подать им еду одновременно. Если ты несешь напиток, и кто-то новый входит или выходит из ресторана, и он в тебя врежется, ты разольешь напиток, и потом в этом месте ты будешь, ну, типа, скользи. Кричишь повару, там, нам нужны веганские бургеры, веганы набежали. Все время, что ты играешь, ты ждешь момента, когда вы поменяетесь местами, и когда ты уже будешь в VR играть, потому что все-таки это интереснее. Я не могу так быстро жарить грибы. Yeah.
Может, гараж снимем и будем туда мертвых шлюх складывать. Ну и заодно списать там. Пейте энергетик, умрите молодыми. Мы играли в «Покажи писюн другу». Я выиграл.